Я прибыл в Минск на близкую моему сердцу белорусскую землю в год 1030-летия крещения Руси. И в связи с этим замечательным событием, с празднованием круглой годовщины нашей общей христианской истории, было принято решение в Минске провести заседание Священного Синода. Это первое заседание также в истории нашей церкви на белорусской земле. Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов. Пусть благословение Божие пребывает над белорусской землей.